Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. И, как всегда, в этой программе мы говорим о самых важных событиях и интересных людях, которые связаны с городским округом Люберцы. И представляю вам наших сегодняшних гостей. Это Сергей Николаевич Долгов, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, и Александр Дмитриевич Туркин, директор спортивно-технического клуба «Звезда». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, коль у нас прозвучала фраза такая или название «спортивно-технический клуб», речь у нас пойдет о спортивном состязании, о спортивном соревновании, потому что помимо того, что Сергей Николаевич депутат, он еще является и руководителем Федерации мотоспорта. Вот скажите мне, пожалуйста, насколько я понимаю, речь у нас пойдет о Кубке России по суперкроссу этого 2019 года. Какая-то есть история у этого соревнования? Ну и вообще мотоспорт, знаете, отношение к людям, которые у нас пользуются мотоциклом, разные, а к мотоспорту, наверное, особенное отношение. По крайней мере, все, кто побывал хотя бы когда-то в жизни на подобном соревновании, дух захватывает. Вот почему в Люберцах будет проходить, насколько я понимаю, 29-го, да, числа этап Кубка России? Ну, на самом деле, если говорить о том, когда захватывает дух, но дух захватывает тогда, когда человек получает определенную радость в общении с тем или иным случаем, в данном случае с мотоциклом. История мотоспорта в Люберцах уже развивается давно, уже больше 10 лет, с момента, когда была построена трасса за стадионом «Торпеда». И вот с тех пор, когда проводилось первое соревнование по мотокроссу, это был тогда зимний супермотокросс, зимой немножко по-иному проходят мероприятия спортивные в мотоциклетном спорте. Ну, во всяком случае, люберчанам этот вид спорта полюбился. К тому же у нас трасса, которая там построена, является одной из самых интересных, несмотря на то, что она небольшая. Ну, там очень много трамплинов, и спортсмен в воздухе, в прыжке проводит львиную долю своего заездового времени. Поэтому люди приходят смотреть с определенным желанием на эту гонку. Сейчас мы будем проводить летнее мероприятие, но оно тоже ожидается быть не менее интересным, чем зимнее. Поэтому приглашаем вас 29 числа. Не пожалейте своего времени, приходите, посмотрим, поболеем за наших спортсменов. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Александр Дмитриевич, а во сколько начало и кто принимает участие в этом этапе? Принимать участие в данном этапе будут ведущие гонщики страны, которые будут сражаться за титул чемпиона и призеров данного турнира. С 1 по 3 место победителям будут присваиваться звание мастера спорта. И, соответственно, безусловно, представительство команд на данном турнире будет многочисленным. Ну, откуда приедут? Приедут с разных уголков нашей страны. Как правило, это развитые моторегионы, мотоспортивные регионы. Это Свердловская область, Пермский край, Пензенская область, Краснодарский край, Ставропольский, ну и наши, можно сказать, соседи, туляки, рязанцы, смоляне. Безусловно, москвичи, они тоже являются сильнейшими гонщиками нашей страны. И наши подмосковные ребята будут отстаивать свои ведущие позиции в данном виде мотоспорта, как мотокросс. Сергей Николаевич сказал, у нас трасса одна из самых интересных в мире, и она классифицируется как суперкроссовая, ибо ее дистанция 870 метров и подпадает под классификацию суперкросса. А вот скажите, Сергей Николаевич, почему было принято решение строить трассу именно здесь, кому пришла эта идея? Это вопрос энтузиастов. В свое время у нас были энтузиасты мотокросса, хотя у нас не было ни секций, ни клубов, но было желание заниматься этим прекрасным видом спорта. И была у нас семья Лебедевых, Борис Ильич Лебедев, это старший в семье. И вот было принято решение построить трассу для того, чтобы она была как и тренировочной трассой для проведения мероприятий в Московской области. Ну и, конечно же, потом мы замахнулись на большее, провести там мероприятие. И получилось.
Получилось мероприятие достаточно интересно. Люди покатались на этой трассе, поднаторили в опыте, и потом уже все пошло. И каждый год мы уже приняли решение, что будем в январе проводить гонку, когда у нас период морозов, снегов. И вот 10 лет уже проводилось там мероприятие. Потом был некий перерыв, но потом это все продолжилось. Ну, насколько вот есть у меня информация, что Кубок России по суперкроссу для участников класса 250 кубических сантиметров. Давайте мы тогда сейчас расшифруем, потому что не все наши зрители могут разобраться. Для некоторых мотоцикл, да и мотоцикл. Какие будут представлены машины, какие будут представлены, скажем так, сколько конкретно, я имею в виду, может быть, в числовом, кубических сантиметров. Ну, вот немножечко техническую сторону. Поможете нам разобраться? Да, позвольте, я отвечу на этот вопрос. Мотоциклы, двигатели мотоциклов делятся на два класса. Это двухтактные и четырехтактные. Двухтактный взрослый разряд начинается со 125 кубических сантиметров. Он же 250 в четырехтактном исполнении. Наш суперкросс, который будет проводиться 29 июня, подразумевает собой класс 250 по классификации 2Т. Сюда будут входить машины с двигателем не ниже 250 2Т, соответственно, это 450 кубических сантиметров в 4Т исполнении. Серьезные двигатели, серьезные гонщики. Гонка будет, еще раз подчеркиваю, представительная по составу мастеров. И, соответственно, интерес к ней должен быть существенным. А со скольки до скольки вот именно 29 числа будут проходить? Начало тренировочных заездов, как правило, происходит в 8-9 утра. Угу. Гонщики приедут со всех регионов, но на старт выйдет всего 20. Соответственно, будет проведена засечка, так называемая. Это квалификационный заезд, где будут отобраны 20 ведущих по скорости гонщиков, которые выйдут на старт в конечном счете. Вот они и разыграют между собой титул. И вот тут вопрос к Сергею Николаевичу, как представителю Федерации мотоспорта. Все-таки, люберчане, как представлены? Трасса своя, как говорится, дома и стены помогают. Каковы шансы? Или не хочется пока об этом говорить? Ну, может быть, говорить пока рановато, но у нас действительно есть определенные, за эти годы сложились династии в этом виде спорта. Это семья Лебедевых, семья Гавриловых, где отец и сын практикуют. И даже у нас впервые в мире было мероприятие в закрытом помещении, это в Олимпийском комплексе. Проводился чемпионат мира, и открывал эту гонку как раз вот наш спортсмен Кирилл Гаврилов. Тогда он еще был совсем юным, но, тем не менее, ему предоставлена была такая возможность открывать эту гонку. Говорить о том, что у нас не представлено гонщиков, я думаю, что не приходится. У нас действительно есть очень неплохие гонщики, несмотря на возраст. Это и Кирилл Гаврилов. Опять же, я повторяюсь, с его отцом, который является его тренером. То есть такая династия? Да, династия. Фактически. Хорошо, а где вот сегодня, вот мы сейчас говорим уже конкретно о Кубке, это и к вам вопрос, и к Александру Дмитриевичу, где готовят, школа какая-то вот есть, какой-то вот, например, спортивно-технический клуб «Звезда», что входит в этот клуб? То есть ребята туда приходят какие-то молодые, да? Да, туда приходят дети с 8 лет, это происходит по образованию спортсменов-мотоциклистов по методике, разработанной мною в рамках ДСАФ России. Mm-hmm. То есть, когда я был методистом в ДСАФ России, на базе всех достижений теоретических в этой области спорта мы собрали все полезное. Соответственно, сейчас на фоне этой работы мы производим воспитание юных спортсменов. Они, конечно, пока не достигают уровня названных здесь мастеров, как Кирилл Гаврилов, Максим Лебедев. Но они же в начале пути. Но они все являются спортсменами-разрядниками. Соответственно, участвуют
участвующими в официальных турнирах. И шаг за шагом мы поступательно будем достигать тех высот, которые вы увидите 29 июня в исполнении мастеров страны. Хорошо. Но я так понимаю, что это у нас будет первый этап, да? Потом будет второй этап. Давайте о нем тоже расскажем сейчас. Второй этап точно такой же будет формат, как и первый. Проходить он будет на нашей же мототрассе, практически с тем же участником, с теми же участниками соревнований. Опять же, повторюсь, это ведущие мотогонщики страны. И по итогам этих двух этапов будет, значит, подсчет очков, набранных гонщиками, и выявлен победитель и призеры. А их будут награждать 10 августа. Параллельно с этим турниром будет проходить детский турнир под названием «Первенство Московской области по мотокроссу», где будут представлены юношеские и юниорские классы. Это какой возраст примерно? С 8 до 19 лет будут у нас ребятки выступать в рамках этого турнира. Первые два этапа прошли зимой в Подольске и Коломне. Третий, четвертый этапы параллельно с суперкроссом будут проходить на нашей мототрассе. Ну, еще один вопрос вам, Александр Дмитриевич, а потом мы поговорим вообще о мотоспорте и о мотоциклах отдельно. Скажите, пожалуйста, вот очень волнует вопрос безопасности, да? Почему? Потому что мы знаем, на самых крупных известных соревнованиях и в мотокроссе, и в автокроссе, да, бывают какие-то чрезвычайные ситуации. Как вы озаботитесь в этом году этой проблемой? Могу здесь начать с того, что сказать слова благодарности своим тренерам и руководителям Мотофедерации, которые всегда обучали нас сквозь призму техники безопасности. Со стороны мотоспорт может показаться чем-то не очень безопасным, но на самом деле шаг за шагом гонщик накатывает свою скорость. И Сергей Николаевич в свое время нам всегда говорил, что в мотогонках упал – проиграл. Угу. То есть падать совершенно нельзя, соответственно, коль уж не падать, значит, соблюдать все требования техники безопасности. Ну что ж, мы вернемся к разговору с нашими гостями сюда, в студию открытого диалога, через некоторое время. Это программа «Открытый диалог». Напомню, что, как всегда, мы говорим о самых интересных событиях и приглашаем людей, которые играют важнейшую роль в истории и в жизни городского округа Люберцы. Сегодня у нас в гостях, напомню, Сергей Николаевич Долгов, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, руководитель Федерации мотоспорта, а также Александр Дмитриевич Туркин, директор спортивно-технического клуба «Звезда». И говорим мы о Кубке России по суперкроссу, который пройдет в этом году в два этапа, вот совсем скоро. 29 июня состоится первый заезд, можно так сказать, или заезды? Можно действительно сказать, вот. Именно так. Я хотел бы сейчас, мы вернемся к теме Кубка, все-таки такую тему поднять. Ну, то, что мы в данном случае, и огромное спасибо Александру Дмитриевичу и его коллегам, ребята не просто так гуляют по улице, да, непонятно, чем занимаются делом. А с другой стороны, отношение к людям, которые находятся на мотоцикле, да, вот я сейчас даже не о спорте говорю, а вообще о дороге, мы видим, что с каждой весной количество мотоциклистов, людей, которые пользуются этим видом транспорта, увеличивается, причем увеличивается в разы. Как вы считаете, на сегодняшний день культура мотодвижения, она вообще развита у нас, или есть люди, которые пользоваться мотоциклом просто не умеют? Ну, хотелось бы сказать, что культура отношений с мотоциклом у нас только налаживается. И мы находимся на первом этапе, в принципе, этих взаимоотношений. Конечно, обидно говорить такие слова, но тем не менее, мотоцикл – это достаточно опасная штука, и если бы не умело либо безграмотно подходить к использованию этой техники, то здесь и до беды недалеко. Поэтому нужно не бояться, во-первых, этих взаимоотношений, очень грамотно, очень толково подходить к вопросу изучения этой техники. И было бы неплохо, если бы вот подобные клубы, как «Звезда», принимал активное участие в становлении этих взаимоотношений.
Вот почему я этот вопрос адресую, да, сам постоянно нахожусь за рулем, да, переезды туда-сюда, и есть такое понятие уважения, да, на дороге, ну, то есть уважение себя как водителя, уважение к другим водителям, которые находятся, и, конечно же, скажу честно, отношение к мотоциклистам сложное, а у мотоциклистов отношение сложное к водителям автомобилей. Почему-то они считают, что у них есть какие-то привилегии. Да? Мы видим иногда, как себя ведут эти ребята. Вот скажите, где найти этот консенсус? Хорошо, если водитель, например, да, смотрит в зеркала заднего вида, чтобы, не приведи Господи, не случилось какой-то неприятности. Я живу недалеко от тех районов, где любят гонять мотоциклисты, делают это именно в районе где-то часу ночи, когда он проедет, то весь дом, да, стоит на голове. Вот как решить этот вопрос? Почему у некоторых, не у всех, да, у представителей, которые пользуются мотоциклом, какое-то такое неуважение к другим? Вот я сижу на своем железном звере, и все, и меня ничего не интересует. Ну, мне кажется, здесь только время поможет действительно установить правильные взаимоотношения между водителями автомашины и водителями мотоцикла. Потому как время – это лучший доктор, который все расставит по местам. И к тому же, значит, кроме времени, нужна еще и практическая сторона этого вопроса. Будем проводить больше мероприятий, мотокроссов, всевозможных соревнований. Люди больше получат практики в взаимоотношении с этим металлическим конем. И все это будет становиться фразой. То есть вы верите в лучшее? Я верю в Руслан. А вы как считаете? Я вижу в ваших глазах, что вот вы, когда я говорил, что вы понимаете, что есть такие нерадивые мотоциклисты, уж простите, что я так говорю. Да, возможно, они есть, действительно. Но я полностью соглашусь с Сергеем Николаевичем. Здесь у нас получается, что мотоиндустрия мирового значения, она развивается. Страна наша, как неотъемлемая часть всей экономики мира, она стремится за этим направлением. И в итоге мы получаем огромное количество мототехники в нашей стране, которая действительно активно приобретается. Теперь, что касается самих мотоциклистов. Здесь, безусловно, должна быть культура вождения. И существенная роль в становлении этого безопасности на дорогах должны играть автошколы. Автошколы, которые обучают, во-первых, не только правилам дорожного движения, но и культуре вождения. И, соответственно, хочу отметить, что у нас в Люберецком районе, теперь в городском округе Люберцы, существует тоже сообщество байкеров, которое называется «Дружина». Это, по сути, все мои ученики. Я долгие годы в рамках ДСАФ отработал мотоинструктором как раз. Mm-hmm. И, соответственно, они создали свое братство, которое целью ставит повышение культуры движения на дорогах общего пользования. Безусловно, они все являются большими поклонниками мотоспорта, потому как они любят мотоцикл, и, безусловно, они нас, наши все соревнования посещают, даже больше скажу, тренировки. Ну, потому что если есть мотоцикл, невозможно же не проехать хотя бы один раз со всеми возможностями. Вот, поэтому я тут... Хорошо, но вот скажите, вы сами эту тему затронули, давайте мы ее тоже обсудим, а потом вернемся к соревнованию, напомним нашим телезрителям, где они увидят настоящих спортсменов, которые занимаются мотоспортом. Вот байкеры, да, всевозможные клубы, их много по стране, они разные. Опять же, мы знаем, скажем, в Москве, да, там Кутузовский проспект, эти точки на Воробьевых горах. Вроде бы те же самые люди, но мы видим, сколько гибнет ребят, да, которые гоняют почему-то не по правилам. То есть это что, две культуры существуют? Или это зависит от того, какой клуб, какой байкерский клуб, какая там политика, я имею в виду, поведение? Либо кто-то хочет выпендриться? Еще раз говорю, потому что отношение все-таки к мотолюбителям, назову так, оно неоднозначно. Ну, на самом деле, действительно, в каждом клубе, в каждом объединении есть свои правила, свои взаимоотношения и с обществом, и с техникой. Поэтому, если сложились правильные отношения, осторожные отношения во взаимоотношениях между водителями различных категорий, то, конечно же, там и
смертность совсем иная, и травматизм тоже как бы отстает. Но все-таки я хотел сказать, что мы должны найти определенную золотую середину, где могли бы мы правильно выстроить взаимоотношения между водителями различных категорий. Потому как, если говорить о степени опасности, конечно, машина представляет большую опасность и на дороге, и в обществе, чем, допустим, мотоцикл. Потому что мотоцикл все-таки легче, чем автомобиль. Но у автомобиля 4 колеса, а у мотоцикла 2 колеса. И устойчивость совсем иная. И многие другие факторы влияют на травматизм и на все остальное. Поэтому, конечно же, вот эти взаимоотношения между водителями различных категорий, они для нашего общества очень важны. И чем быстрее они выстроятся, тем человек поймет, на самом деле, в какой нише он находится, быстрее, тем лучше будет для всех. Да, и как правильно себя вести? Может, какие-то законы нужно принять в соответствии? Где-то ужесточить, где-то упростить? Ну, как мы уже становились свидетелями различных принятий законов, значит, ужесточение законодательной базы не приводит ни к чему хорошему, потому что человек должен в голове определиться сам, собой, где он находится и с кем он находится. Хорошо, давайте продолжим наш разговор. Мне кажется, это была важная тема, потому что действительно интерес есть. И тут у меня сейчас вопрос к Александру Дмитриевичу. Скажите, вот на рынке сейчас, я сейчас говорю об обычных, да, мотоциклах, потом еще поговорим о мотоспорте. Вот чтобы приобрести мотоцикл, чтобы человек начал правильно с ним, ну, сосуществовать, да, он может, например, прийти к вам, посоветоваться как-то, взять какие-то мастер-классы, да, вы можете посоветовать какие-то конкретные аппараты, ну, чтобы не просто так, знаете, дорогой там купил и катаешься себе, не по правилам, без номера и без всего. Да, безусловно, отвечая на ваш вопрос, я хотел бы подчеркнуть еще раз значимость автомобильных школ, которые обучают по программе мотокатегории. И вот в нашем городском округе все мои мотоинструкторы сейчас мои ученики. То есть они продолжают те славные традиции, которые я развивал, перенося из мотоспорта в мотокатегорию. Mm-hmm. У нас в мотоспорте каждый мотогонщик друг другу брат. То есть он помогает у соперника. Повредился мотоцикл, он ему предоставляет запчасти, колеса. Бывали такие случаи на гонках. И, соответственно, против себя же выпускает соперника. Но это братские отношения благородные, которые надо культивировать, потому что, ну, наше общество жиждется на них. Так вот, перенося все это в мотокатегорию, я не просто обучал по методике, чтобы вывести ученика на мотокатегорию, но и также его консультировал по всем вопросам, связанных с движением по дорогам общего пользования. Опять же, сквозь призму техники безопасности. Вообще все в нашей жизни должно строиться сквозь призму техники безопасности. И, соответственно, подводя итог, вот как вы говорите, безопасности на дорогах общего пользования, могу сказать, что те, которые попадают в неприятные ситуации, безусловно, это, как правило, люди, не обучающиеся и не обучавшиеся в автошколах, либо обучавшиеся, ну, с производственным браком, скажем так. Mm-hmm. Вот. Обычно те нормальные ученики, которые получают мотокатегорию, они в ГИБДД доказывают свою состоятельность на управление данным транспортом, они, как правило, никуда не попадают в неприятные ситуации. Хорошо. Ну и в завершении нашей программы давайте вернемся к Кубку России по суперкроссу 2019 года, который, напомню, пройдет в два этапа. Первый у нас 29 июня, тренировочные, да, заезды у нас с 8 примерно утра, где-то так. До 10. Будут. Да. Скажите, а вот адреналин, который присутствует там, потому что вот мы говорили о дорогах общего пользования, а вот как раз именно в спортивных состязаниях можно показать на все, что ты годишься. Рекорды ставятся на кубке какие-то? Вот когда с трамплинов там что-то есть, какие-то, ну, скажем, рекордсмены именно в этих видах? Скоростные, как правило, скоростные рекорды ставятся на определенных мототрассах. Mm-hmm. Они все, мототрассы, абсолютно разные по конфигурации, по протяженности. И у каждой трассы есть своя отметка рекорда прохождения. Сергей Николаевич говорил о проведенных ранее гонках. Они, как правило, были зимой.
там мототехника вся шипованная, и, соответственно, скорости гораздо выше, то есть зацеп сильнее. Угу. Это один рекорд. Летом несколько иной рекорд. Вот здесь можно говорить о рекордах нашей мототрассы, которые, безусловно, в этом году, я полагаю, будут побиты. Потому что мастерство растет гонщиков, и, соответственно, мы увидим это все в исполнении 29 июня. Будем рассчитывать. Ну что, Сергей Николаевич, вы можете обратиться ко всем нашим телезрителям, еще раз пригласить их на это соревнование. Уважаемые, пользуясь случаем, хотел бы вас пригласить 29 числа на первый этап розыгрыша Кубка Российской Федерации по мотокроссу. Приходите, не пожалеете, узнайте, что такое адреналин. Вы знаете, насколько становится теплее и на трассе, и на сердце. И на сердце. Приглашаю поболеть за наших спортсменов, за наших мастеров. 29-го Приходите. Спасибо большое. У нас в студии Сергей Николаевич Долгов, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, руководитель Федерации мотоспорта, Александр Дмитриевич Туркин, директор спортивно-технического клуба «Звезда», которые погрузили нас на некоторое время в мир мотоспорта. В данном случае речь идет о Кубке России по суперкроссу. С вами Николай Пивненко. Это программа «Открытый диалог». До встречи.